Азербайджанском государственном музее музыкальной культуры Азербайджана. И сегодня я хочу рассказать вам про индийский ударный инструмент. Это один из ценных экспонатов нашего музея. Барабан майдан. Он широко используется в южной и восточной части Индии. Мриданг – это название происходит от двух слов на санскрите. Мрид – глина, анг – часть, означает имеющий глиняную часть. В древности эти барабаны делали из глины. Позднее их стали изготавливать из древесины ценных пород, например, красного хлебного дерева. Легенда о появлении мриданга гласит, Кришна, который хотел спуститься на землю и научить людей возвышать Бога. Узнав об этом, флейта Кришны заплакала и попросила своего хозяина взять его с собой. На что тот ответил, что возьмет ее с собой, но только в другом виде. И так флейта Кришны превратилась в мриданг. В Натья-шастре, древнем индийском трактате по театральному искусству, мриданг упоминается как ритуальный барабан. Корпус, выдолбленный из цельного куска древесины, несимметричен и сдвинут в сторону более широкой мембраны. Мембраны прикреплены с помощью ремней к обручам на корпусе. Мембраны составлены из двух кругов, которые накладываются друг на друга. Они делаются из кожи коровы или буйвола, умерших естественной смертью. Отверстие в центре покрывается пастой специального состава. Играют на мриданге обеими руками, сидя, стоя